Алоха, ребятки! Ну что, сегодня у нас опять обзор на Мальфар Табак. Последний обзор на Мальфар Табак у меня был еще где-то в августе, вот когда он был в 200-граммовых таких банках, как бы таких посредственных, скажем так, да, которые типа используют много кто на данный момент. Вот, и та история мне понравилась, но та история, я говорил в том обзоре, да, в первом, что это было достаточно так, на любителя, потому что был яркий привкус табачного листа, он был необычный, он был специфичный, но лично мне вкатило. Вот, но, как показывает практика, когда яркий привкус табачного листа, это очень история на любителя, скажем так, да, и не о больших продажах. Вот, ребятки очень долго, больше чем полгода, заморачивались над технологией, над линейками и так далее, и так далее. И выкатили новый продукт, даже новых несколько продуктов, вот так будет правильно сказать. Вот, и прислали мне вот такой вот интересный, красивый, необычный бокс. Он, естественно, был там типа с сеной, с сеном, с какими-то там пакетиками. Вот это у меня, естественно, все отлетело в мусорку. Но не суть. Типа, упакован он был прям очень прикольно. Да и в целом, ну, типа, внешний вид вот соответствует этой стилистике Мальфара. Мальфару отдельный респект за вот чисто украинский стиль у продукта. Он поддерживает, да, показывает как бы любому человеку, который даже не знает, что это, он поймет, что этот продукт из Украины. Вот, за это отдельный лайк. И перейдем к нашему боксу. Значит, что у нас здесь я нашел? Здесь у нас целых 3 линейки табака и персональный мундштучок. Это тоже приятно, пополнение в еще одну мою коллекцию, пока еще не супер большую, но тем не менее. Значит, что у нас здесь есть? У нас здесь есть Virgin Line, это вот такие вот беленькие баночки. Беленькие баночки, 60 грамм в одной банке, то есть это типа на 3 пакура. Это легкая линейка, как вы понимаете, но поподробнее, да, будем по вкусам, там по всей этой истории чуть позже. Дальше у нас есть Chill Line, это в черных банках. Почему я достал 2 банки? Потому что в Chill Line есть моновкусы и есть миксы готовые. Пока их только 2, но, как заявляет производитель, уже очень много в разработке и уже некоторые из готовых миксов, да, типа, уже практически готовы к выходу в свет. Вот. За это тоже мы пообщаемся поподробнее, естественно. Здесь у нас еще есть вот такие вот баночки жестяные. Гуцул Тобако. Собственно, это дочерний бренд, можно так назвать, компании Мальфар. То есть это не совсем Мальфар, но как бы отношение к Мальфару имеет. Вот. Очень интересная история. Это бленд нескольких сортов Берли, и на данный момент всего лишь 3 вкуса. Это чернослив, который многие могли попробовать еще на ВКО. Это робуста, ту, которую я держу в банку в руках, собственно, кофе. И есть еще Peach 3, это типа персиковый чай. Вот, к этим моментам мы еще вернемся, но тем не менее, в чем прикол этого гуцула? Ну, как заявляет производитель, опять же, я не могу с уверенностью на 100% говорить, так это или нет, но что-то в этих словах есть. То, что в каждый из вкусов добавляются натуральные ингредиенты. То есть во вкусе кофе есть кофе, в черносливе есть кусочки чернослива, соответственно, в Peach 3 есть кусочки персика. Вот, опять же, насколько типа это правдиво, я не могу знать, но тем не менее, вот прям отличаются все эти вкусы от аналогов любых. Итак, я думаю, что давайте забьем чашечку. Мне вот, честно говоря, из всего, вот прям мой топ из всех этих вкусов, что мне прислали, это робуста. Вот я думаю, давайте сейчас ее забьем, сделаем такой небольшой экспериментик с ней. Вот, и пообщаемся уже более подробно, короче, про все линейки, про все вкусы, которые у меня были.
Подвигайте. Так, ребятки, вот баночки Мальфара, да, вот Virgin Line и Chill Line, они, в принципе-то, банки похожи, просто отличаются цветом, наклейками, но внутри, как бы, все похоже. Вот, есть вот такая вот прокладочка, здесь у нас все на резьбе, короче, банки, за банки отдельный лайк, очень удобная история, и, типа, в будущем, как бы, может пригодиться, да. И, собственно, Good Soul. Тут у нас такие вот жестяные баночки. Когда мы открываем, здесь нас ждет, не дождется пакетик с табачком. Вот как бы, ну, желательно это все дело пересыпать, потому что что-то мне, да, подсказывает, что он у меня уже потек, естественно. Вот, поэтому лучше сразу же пересыпать в банку, чтобы не было там никаких проблем потом. Собственно, как выглядит наш Good Soul. Из Берли, да, я напоминаю вам, он состоит. Вот такая вот история. В принципе, не особо липкий табачок. Мы его сразу сейчас сюда укладываем. В плане работы, в плане консистенции, неплохая история. Вот единственное, что производитель рекомендует перед забивкой резать табачок, да, для того, чтобы это все комфортнее курилось. И комфортнее, собственно, работалось с этим табаком. Но мы, ребята, непростые. Мы как бы уже дома порезали табак, все потестили, посмотрели, как это. И вот мне стало интересно, а что же будет с табаком, если же мы его не будем нарезать. Поменяется что-то или нет. Вот мы с вами сейчас и проверим. В общем-то, чашечка от Вергбунда достаточно маленькая, да. Купил я ее на Скаймаркете. Вот, для обзоров, как бы, когда ты делаешь в кадре несколько тяжек, очень даже подходит, не расходуется лишний табак. Вот, и заодно сейчас мы проверим Good Soul в касание, потому что до этого все, я его курил без касания. Так, вот какая-то такая забивочка, хорошее касание у нас получится, посмотрим, как он выдержит. Полетели дальше. Так, ну, ребятки, у меня тут есть как бы мундштучок Мальфара, свой придется снять. Чикс, чикс, чикс. Итак, посмотрим, как у нас Good Soul выдержит в касание. Еще и не нарезанным. Хочу вам сказать, прогрелся он тут даже, наверное, чуть больше, чем 5 минут на трех угольках. По крайней мере, пока вообще никаких проблем. Ну, полетели, да? Постараюсь все максимально быстро, коротко и понятно вам рассказать. Итак, Virginia Line, как вы понимаете, на табачном листе Virginia сделан, соответственно, легенький продукт. Что касательно по курению его, да, я вам рекомендую его забивать на фаннел. Как мне показалось, на глазурированных фаннелах больше всего раскрывается вкус. Вот, что касается забивок в касание, в принципе, на более-менее адекватно держит, да, но если вы прогрели на трех угольках, то чтобы вот прям легенько-легенько вкусно курилось, то лучше третий уголек снять, вот, курить на двух. Что касается самих вкусов, у меня всего 4 вкуса, сразу забегая наперед. В принципе, из этих 4 вкусов они мне все понравились. Ну, не буду сейчас сразу спойлерить, какой топ, какой не топ. Погнали. Дыка-ягода. Ароматика очень похожа на... Точно сейчас даже не могу вспомнить, как у Альфакера назывался этот вкус. Короче, типа лесные ягоды. В целом... Неплохой вкус, не могу отнести его в топ, но сладенько, ягодно, все как должно быть. Карпатская лохина. Как вы понимаете, сразу у меня
минус по этому вкусу появился, но, как и все остальные, естественно, я его прокурил и удивился, потому что здесь она вот прям больше похожа на чернику, там, голубику, кто как называет, именно натуральную, да, не кальянную чернику, которая вот все привыкли, типа альфакер, там, нахла, которую я не переношу. Вот эта вот, она более сладкая, ну и как по мне показалось, короче, она типа получше, чем все остальные. Но, возможно, для кого-то она не будет трушной, потому что вот она не похожа, как я уже сказал, на альфакер и нахл. Херсонский кавун. Тут, в принципе, мнения, короче, очень разделились, потому что из всех, кого я знаю, кто пробовал тоже Мальфар кавун этот, кто-то говорит, что это типа как арбуз, накачанный какими-то типа алкоголем, там водкой и так далее. Вот, но мне в целом вкатил, потому что я живу в Запорожье, у нас тут как бы очень часто в августе завозят арбузы из Херсона, и вот он мне показался прям очень похожим именно на херсонский арбуз. В общем, за этот вкус лайк. Но эти три вкуса как бы просто хорошие, просто мне понравились, да? Но вот Orange de Rio мне прям очень вкатил. Короче, не знаю, как бы, что задумывалось, но по факту получился такой типа карамельный апельсин. Очень крутая история, прям вот отдельный лайк за Orange de Rio. Мальфар, молодцы. Переходим к Chill Line. Пару слов о ней. На секундочку, ребятки, на трех угольках до сих пор курим. В хорошее касание. Гуцул пока держится. Неплохо. Так, Chill Line, да? Это история про Берли. То есть тут используется Берли. Но это история про мягкое, плавное накуривание. Это типа не запредельно крепко. Вот типа Chill. Chill Line как бы хорошее название для этой линейки. Это средняя крепость. Возможно, там чуть выше. Что касается забивок, в касании больше раскрывается табачный привкус, поэтому в касании мне не очень зашло его курить, но без касания, типа на турочке, вот то, что надо. Это то, как я рекомендую это забивать. По вкусам, да, давайте пробежимся. Манго. Манго, не могу сказать, что топ, не могу сказать, что прям мне очень понравился. Здесь идет типа как такое... смесь зеленого манго травянистого, да, и сладкого спелого. Вот, в принципе, необычно, но я не могу сказать, что мне прям вау, типа. Но вкус неплохой. Журавлина, опять же, вот, спорный вкус, у него какие-то такие есть алкогольные нотки, но мне она прям очень вкатила. Мне понравилась эта клюква по-русски, да, клюква мне понравилась еще на Spring Hookah Fest, когда у них была старая партия табака, назовем так, да, это у Мальфара. Вот сейчас она стала еще ярче, еще вкуснее, вот прям журавлина мне понравилась. Вот, но переходим теперь к миксам. Сейчас есть два микса, for him и for her. Это, собственно, типа как для него, для нее, да. Итак, для него у нас там идет, как мне написал производитель, это персик, цитрусы и специи, если я не ошибаюсь. Вот, в целом, что я могу сказать, прокурил я его два раза. Первый раз забил в касание вообще невозможно курить. Прям вот, ну типа, очень сильное перенасыщение аромки, поэтому в касание абсолютно не вздумайте. Забил потом без касания, специи как-то прям очень на первом плане. В общем и целом, как бы вкус неплохой. Вот, но я бы его типа подумал, или бы как-то с ним поиграться в процентовке, да, типа вкусов в этом миксе. Ну, в общем, вот этот вкус я бы доработал. Вкус, который для нее, мне понравился больше. Как бы это типа смешно сейчас не звучало. Гуцул в касание даже на фанеле наваливает нормально, я вам хочу сказать. Итак, здесь у нас виноград, тропические фрукты, роза и те же специи. Вот, типа, такое впечатление, что здесь специи в меру, здесь специи, типа, в миксе, точнее, для него переборщили.
Вот, в целом, вот это прям типа вкусная история, прям вот могу типа с журавлиной поставить в один ранг. Здесь как бы виноград с розой, это достаточно типа известное, да, еще старое сочетание, которое хорошее. Вот, тропические фрукты здесь сглаживают хорошо виноград, его здесь не супер ярко слышно, поэтому мне эта история типа и понравилась. И роза как бы здесь отлично сочетается, поэтому вот как-то так можно сказать, что манго средний вкус, for him я отправил во вкус, который я бы переделал. Вот эти два вкуса мне вкатили. И переходим к гуцулу. Гуцул. Я его до этого курил только на турках. Ну, на турке, на убивашке, на прямотоках я имел в виду. В принципе, и все курил без касания. В принципе, как бы, ну, никаких особых проблем я не увидел в плане курения. Здесь, в принципе, есть именно такой умеренный, скажем так, привкус бёрли, да, табачного листа. Вот. Но он очень интересно сочетается с аромками. Ну вот он как-то, аромки его сглаживают. Он вроде бы и есть, он вроде бы и яркий, но при курении ты все-таки вкус чувствуешь. Вот. По температурным барьерам, как бы, ну, все курил на трех углях, как я это обычно и курю, никаких проблем не было. Итак, чернослив. За чернослив я вам расскажу, потому что я его курил много раз. Один из этих разов на ВКО. И как бы, ну, все, кто подходили, у всех были вот такие шары. Ну, типа, это вкуснее, чем нахловский заглул. Вот так вот скажу. Это, ну, история для тех, кому нравится покурить чернослив. Поэтому его могу спокойно советовать, как и робуста. Робуста самый, наверное, мой любимый вкус из вот всех, которые мне прислали. Это кофе с кислинкой. Причем, что самое интересное, курица, оно, ну, не скажу, что это прям какая-то яркая кислота. Слышно и кофе, и слышно какую-то кислинку, вот без особого, да, типа вкусового направления. То есть это не цитрусовая кислинка, не ягодная, не какая-то еще. Короче, ну, насколько мне мои знания дают информацию, скажем так, то робуста это как раз сорт кофе, который, когда вы его пьете, он дает кислинку, да, вот при приготовлении, не знаю. Вот, и тут вот эта история типа передана очень круто. Я люблю кофе, хотя кофе сам по себе, да, вкус не очень ликвидный. Вот, но эта история прям вот очень интересна. Кто любит робусту попить, вот я вам прям рекомендую его попробовать. Вот, и последний вкус Peach 3. Изначально я не знал, что это персиковый чай. Ну и как бы типа Peach 3, персиковое дерево, не знаю что. Не совсем понятно. Вот, и при курении чувствуется персик, да, но вот с какими-то типа травянистыми нотками. Вот, мне эта история не совсем вкатила, потом я узнал, что как бы это чай. Ну как бы опять же, я не могу сказать, что это прям персиковый чай. Вот какая-то такая как травянистая нотка. Она добавляет, ну, привкус вот к персику и складывается в целом ощущение, что это просто типа какой-то как бы неспелый персик. Вот, но насколько я уже знаю от других людей, не от производителя, вот такая типа небольшая инсайдерская инфа, что этот вкус еще будут дорабатывать. Вот, как оно будет по факту, не знаю, посмотрим. Но в целом как бы вкус стоит доработать. Вот, как-то так, в общем и целом. Теперь, что касается ценовой политики. Все достаточно удобно. Гуцул на трех углях, в жесткое касание на фанеле, все четко. Вот как бы. С тем условием, что он еще и постаивает, да, время от времени. Итак, возвращаемся к ценовой политике. Очень удобно, потому что и Virginia Line, и Chill Line стоят 95 гривен. Единственная разница, что в Вирджинии у нас тут 60 грамм, то есть типа 3 чашечки полноценных, а в чиллайне у нас 40 грамм, соответственно, 2 чашечки полноценных. Вот. Ну, понятное дело, да, крепкий табачок, он чуть подороже. И что касается гуцула, гуцул на данный момент за 100-граммовую вот такую вот баночку стоит 300 гривен. Вот, если за историю с робустой и с черносливом
возможно, время от времени я готов заплатить такие деньги, то вот Pitch 3 скорее нет, чем да. В общем и целом, Гуцу на данный момент, наверное, если не считать Кубиту, которая кальянная сигара, да, то Гуцу самый дорогой украинский продукт получается, табачный. Вот, как-то так, ребятки, в общем и целом, Virginia Line спокойно могу рекомендовать вот эти четыре вкуса. По Chilline вы помните, да, что мне понравилось, что не понравилось, но в целом, в общем, вся эта история, это уже доработанные все продукты. За это отдельный лайк Мальфару, за то, что сели и вот разом все доделали до конца. Тут как бы мое почтение, снимаю шляпу, как говорится. Вот, ребятки, на этом и все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. По традиции, делитесь своими крутыми миксами со своими друзьями. Любите своих женщин. Пока-пока.